Итак, сегодня у нас праздник. Запомнили, как он называется? День? Пятидесятница. Почему называется День Пятидесятницы? Вот, кстати, знаете, что я уже пятидесятник? Почему я пятидесятник? То есть мы так шутим среди тех, кто перевалил за 50, мы говорим, вот теперь и ты пятидесятник. Вот, слава Богу, что есть такой замечательный праздник. На самом деле, сегодня у нас интересная тема, будет три значения праздника Пятидесятницы. Знаете, я так часто проповедовал на эту тему и никогда не задумывался о настоящих значениях этого праздника. Я надеюсь, сегодня для нас, ну для меня это было откровение. Я скажу, я уже много-много лет во Христе, и для меня вдруг по-новому этот праздник раскрылся. Пусть он будет откровением для всех нас. Итак, этот праздник, как Господь его произнес по-еврейски, знаете, как звучит? Шавуот. Шавуот. В переводе обозначает недели. Недели. Семь по семь. Мы об этом поговорим, почему семь по семь. Пока подумайте. Почему этот праздник наступает семь по семь? Семь недель. По семь дней. По-другому его еще называют праздник 50 дней. Или праздник 7 недель. По-разному называют, в разных переводах. В нашей традиции, в христианском, он прижился больше как День Пятидесятницы, день рождения еще церкви, мы сюда добавляем. И в 3 веке сформировалось учение о Троице, и его еще стали называть Троица. То есть, представляете, сколько названий у праздника, но все это суть один и тот же праздник. Итак, почему Бог дает праздники народу Божьему? Это очень важно понимать. Как вы думаете, нам нужны праздники или нет, церковь? Зачем нам нужны праздники христианские? Я про христианские говорю. Не про нехристианские, когда украл, выпил в тюрьму, отпраздновал. Знаете, как некоторые говорят? Нет, мы говорим о настоящих христианских праздниках. Бог учит нас поклоняться Ему. Бог учит через праздники жить свято. Бог учит быть благодарным и искать лица Его. Праздник Пятидесятницы – это последний из 3 весенних праздников. Они в Библии и для народа Божьего связаны. Мы немножко их как бы разделяем, хотя у нас связаны. С каким праздником у нас связаны Пятидесятницы? С Пасхой. Почему? Каким образом связаны? Кто подскажет? На 50-й день после Пасхи. Пасха у нас плавающая по лунному календарю, поэтому и день Пятидесятницы у нас плавающий, в зависимости от Пасхи, да? Вот у евреев есть еще один праздник, который они привязывают к этим двум праздникам. Я хочу их 3 назвать, там есть слайдик. Пурим. Пурим – это книга Исфир, да? Этот праздник учит, что все может перемениться. Вот если ты находишься в такой ситуации, когда ты думаешь, все пропало, читай книгу Исфир. И этот праздник дает нам надежду, что все может измениться. И Бог изменит, и все иногда чудесным образом, иногда обычным. Второй праздник, который привязан к Пуриму и является весенним праздником, я уже сказал, это Пасха, Песах, книга Исход об этом написана, этот праздник учит, что Бог есть Бог чудес. И помните, как они чудесным образом выходили из Египта? Это Бог чудес. Когда вы засомневаетесь в Боге, прочитайте книгу Исход, этот праздник Пасхи, как народ Божий выходил из Египта, и почувствуйте, что Бог чудес. И для него нет ничего невозможного. Если он сказал, что народ Божий пойдет в землю обетованную и выйдет, значит он выйдет. И Бог найдет людей и способы, как это сделать. Ну и 3 праздник, о котором мы сегодня вспоминаем, праздник Пятидесятницы или Шавуот, как я сказал, он написан в книге Левит, это день особенной благодарности и торжества перед Богом. Еще раз, это день особенной благодарности и торжества перед Богом. Праздник установлен для народа Божьего, чтобы мы могли яснее представлять, кто такой Бог. Через праздники Он открывает нам свой характер, чтобы мы поняли, что Бог хочет и что Бог нам говорит. И праздник Пятидесятницы – один из 3 праздников, когда весь мужской пол 3 раза в году народ Божий должен был собираться в Иерусалиме. Все мужчины. Мужчины в зале есть? Точно? 3 раза в год каждый мужчина, мы говорим про традицию или еврейского народа, народа Божьего, должен прийти в Иерусалим и поклониться Богу. Как вы думаете, это всегда было удобно делать мужчинам? Иногда, я вам скажу, по секрету их жены не пускали. Я шучу. Представляете себе, они оставляли все, они оставляли работу, они оставляли дела. Они оставляли бизнес, иногда, может быть, дома болели дети, или какие-то были трудные обстоятельства, может быть, даже не было финансов. Очень часто они 2-3 недели
пришли в Иерусалим, чтобы поклониться Богу. И потом 2-3 недели обратно. Сейчас, извините. Иерусалим в то время был маленьким, ну, по нашим меркам, городом, около 100 тысяч населения. У нас поблизости есть 100 тысяч населения? Это Красногорск, да? Что-то в этом роде. Ну, представьте себе, это такой небольшой город, но когда народ Божий, мужчины, в основном это мужчины, представьте себе, приходили в 20 раз, население увеличилось, до 2 миллионов мужчин приходило в город Иерусалим. Можете себе представить? Что же они там делали в этом городе, в эти дни праздника? Как вы думаете? День Пятидесятницы, что они делали? Это было великое торжество и поклонение Богу. 1000 шафаров, шафар это такой труба из бараньего рога, видели, да? Хотел картинку, но забыл. Вот, представьте себе, 1000 шафаров трубя, люди веселятся, несут снопы, обнимаются, поздравляют, кто-то хлеб сбег, поют песни. Мужской хор, 2 миллиона мужчин, поклонников Божьих, прославляют Иисуса. Говорят, что за сотни километров было слышно хвала и поклонение из города Иерусалима. То есть все окружающие люди, даже те, кто не хотел это слышать, они слышали, народ Божий пришел поклоняться и славить Бога, потому что день Пятидесятницы – это особенный день хвалы и поклонения и благодарности Богу. Ну, кто-то был из вас на рок-концерт, молодежь? Были, все признались, да? На ваш совет приехали. Ну, там, понимаете, все бывает. Хорошо. Галя, сколько людей было в зале? Кому приблизительно? Ну, каком ты была концерт? Ну, 10 тысяч, да? Нет, так, кто еще тут понял? Ну, представьте себе, 10 тысяч человек, 20 тысяч. Зал ходуном ходит, да? Вот вы даже мимо едете, иногда так бум-бум-бум. А вот теперь представьте, 2 миллиона мужских голосов, мужчин, которые поют Господу. Поют и поклоняются. 2 миллиона! Вы можете себе представить? Мужиков, в хорошем смысле, мужчин, Божьих людей, поклонников Господних. Знаете, пусть Господь благословит нас и научится поклоняться Господу и хвалить Его. И люди почитали Бога. Почему они шли? Потому что для них это было чрезвычайно важным событием. Если Господь сказал, 3 раза в году вы должны собраться в Иерусалиме, они это делали, потому что они любили Бога, они почитали Его. Какая аналогия для нас, христиан, Нового Завета? Есть ли у нас день, который мы должны помнить и отдавать его Господу, и почитать его? Какой это день? 7-й день. Мы не 3 раза в году, а каждую неделю. Написано 6 дней. 6 дней. Точно работай. Или лежи на диване. 6 дней работай. А 7-й? Здесь от многих отдыхают. Господу Богу. Знаете, иногда, я думаю, многие из нас испытывали это искушение не пойти в церковь. Было такое искушение? Или не посвятить этот день Господу? Братья и сестры, да избавит нас Господь от этого искушения. Отделяйте этот день для Господа. Бог так устроил, что ты в этот день Господу отдыхаешь душою, телом и духом. Ты наполняешь Его славой. Если ты приходишь прославлять и поклоняться Богу, тебе дастся эта сила, энтузиазм, заряд на всю трудовую неделю. Скажите здесь аминь, если вы согласны. Понимаете? Пусть Господь нас благословит, чтобы мы шли, как поклонники Божьи, поклоняться Господу, не пропускали собрание. Есть очень важное место на эту тему. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, то есть будем вдохновлять друг друга. И почему так важно поклоняться Господу в церкви? Потому что Христос сказал, я создам церковь. Церковь это люди, это не здание. Христос не говорит, что я построю здание, и там будут пустые они. Нет, Он сказал, я создам церковь из людей, и врата ада не одолеют ее церковь, то есть сообщество этих святых, посвященных Богу людей. Это мы с вами, братья и сестры. Еще одно место, которое меня, ну, для вдохновения вам. Где сокровище ваше? Где сокровище ваше? Там и сердце ваше. Ваше сокровище где? Или с кем? С Богом? Если оно с Богом, вы будете здесь. Если ваше сокровище в других местах, в увлечениях, в финансах, в бизнесе, еще где-то, на рыбалке, вы будете там. И вы найдете причину, чтобы не прийти поклоняться Господу. Пусть Господь благословит нас сегодня. Пусть Господь благословит нас. Давайте прочитаем, как этот праздник происходил. Деяния 2 глава. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. И наполнил весь дом, где они находились.
и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждому из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих в его наречии. Итак, народ Божий пришел из разных мест, мы прочитали здесь, на праздник Пятидесятницы в Иерусалим, и вдруг, удивительно, по исторической справке, до миллиона евреев в то время уже были рассеяны. Что значит рассеяны? Это значит, они жили в соседних странах, в Сирии. И тут перечислено более 15 наречий, на которых они слушали Слово Божие. Кто-то знал свой родной язык, кто-то, может быть, подзабыл. Знаете, рождаются дети, второе, третье поколение. Они уже лучше знали свои родные языки, где они жили. Вы понимаете, да, о чем мы говорим? И вот они пришли поклониться в Иерусалим до миллиона рассеянных, мы не знаем точно, сколько было. И вдруг, о чудо, они слышат проповедь, благовестие, Евангелие, спасение. И видят исполненных Духом Святым апостолов и учеников, которые говорят на их родных языках. И сколько тогда уверовало, кто мне подскажет? Так, нолик уберем. Сколько? Три нолика еще уберем. 3000, да? И, знаете, нам иногда кажется, 3000 это много, это очень много. Но когда ты понимаешь, что 2 миллиона было потенциальных слушателей, то опять же тут получается какая-то вот статистика-то правильная. Хорошо. Итак, друзья, у этого праздника Пятидесятницы есть три основных значения. Треугольник. Знаете, есть основание треугольника и две наклонные, которые устремляются в небо, к вершине. Я хочу, чтобы вы запомнили все три значения. Потому что, чтобы вы по-настоящему отпраздновали этот праздник, не только сегодня, а чтобы вы вообще знали, что такое праздник Пятидесятницы. Итак, основание, праздник, там где-то картинчик с треугольником. Вот. Праздник жатвы или день благодарения. Это был аграрный праздник, сельскохозяйственный праздник. Народ Божий благодарил Бога за первую жатву пшеницы. Основание праздника Пятидесятницы – праздник жатвы. Давайте мы прочитаем два места из Библии. «Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле. Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лице владыки Господа. Начатки плодов земли твоей принеси в дом Господа. 70 дней отсчитай себе». Заметили 70 дней? 7 недель, да? «Начинай считать 70 дней от того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник 70 дней Господу Богу твоему по ущербию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой. И, что надо делать в праздник, веселись пред Господом Богом твоим, ты и сын твой, и дочь твоя», там еще перечислены разные категории людей, я пропустил, «которые среди тебя на месте, которые изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его». Итак, что это за праздник? Знаете, основание праздника, я уже сказал, праздник жатвы. Народ Божий благодарил Бога за первые плоды своего труда. В Израиле жатва – это очень большой праздник. Кто был в Израиле? Поднимите руку. Вот, один у нас специалист здесь. Тип, как там насчет воды, жары и всего остального? Ну, сейчас там в городах система орошения, каждому растению подведена трубочка, чтобы орошать, и стоят бесплатно талоночки, из которых можно пить. Да, это сейчас. Ну да. Ну так, то есть там постоянно... Не, вы представляете себе, земля, она земля обетованная, в котором течет молоко и мед. Но это очень засушливая территория, где очень мало влаги, и поэтому битва за урожай, если сказать термином советским, была очень серьезной. И поэтому что происходило? Они, кстати, снимали несколько урожаев. Вы заметили, тут у них два. У нас один праздник жатвы осенью. Почему у нас один праздник жатвы в нашем московском регионе? Кто знает ответ? Потому что лета нет. Что ж такое? Вы мне хоть мороженое бы дали. У нас, понимаете, лето-то, вот нету лета, поэтому мы хотя бы один урожай у нас где-то вот, ну, к августу, там, к осени созревает, и мы празднуем. А у евреев
2-3 было урожая. Вот у них есть первый урожай, который они снимали. 7 недель, чтобы появилась пшеница. Они посеяли, они поливали, они трудились. И, кстати говоря, у них не было комбайнов. У них не было тракторов. Кто был трактором? Мойша. Кто был сверхом? Сема. Правильно именно говорю? Какие у них там самые популярные? Это все делалось руками, это тяжелый ручной труд. Они ходили, поливали, обрабатывали. И вот этот праздник, 7 недель, они срывали первые снопы, делали снопы и поднимали их пред Господом. Говорят, слава тебе, Господь, что ты нам такой благий, ты дал этот урожай, чтобы мы не умерли с голода. Вот смысл этого праздника. А потом был еще у них, еще раз они снимали несколько раз урожай. Вот. И что они делали в этот день, я хочу еще раз подчеркнуть, они веселились. Вы умеете веселиться? Да, умеем. Я каждый день веселюсь. Вообще, мы русский народ, радостный народ? Да. Ну, да, нет. Братья и сестры, послушайте. Здесь написано прямое повеление. Веселись перед Господом. Веселись перед Господом. Это значит улыбайся. Это значит пой радостные песни. Это значит хлопай в ладоши. Это значит танцуй. Знаете нашего пастора? Его зовут Лик. А как это перевести, знаете? Хвалите Господа, 150-й псалом, на тимпанах и ликах. А что такое на ликах? Как с ликом хвалить? Он веселый, он ваш хоровод, и будете славить Бога, танцевать. Лики – это танцы. Хвалите Господа с танцами – это прямое повеление в Библии. Да. Понимаете? Знаете, мы немножко закомплексованы. А чего я буду двигаться? А чего я буду улыбаться? А тут что подумать, что я не такой? Братья и сестры, послушайте. Уж лучше вы будете веселыми перед Господом, чем пасмурными, грустными, ужасными чтобы. Я серьезно говорю. Пусть увидят счастье на ваших лицах, что вы спасенные. Скажите на это аминь. Счастье люди видят, что вы христиане, народ Божий или нет? Или я очень, о, как счастлив я, что я Христа имею. Но не где-то так глубоко внутри. Братья и сестры, веселитесь перед Господом. И настоящий праздник Пятидесятницы это праздник хвалы. Я так скажу по-современному, Иерусалим ходил ходуном. Все эти дни Иерусалим ходил ходуном. Люди славили, хороводы, поздравляли, ликовали. Просто это было 24/7. Вот сейчас есть такие церкви, которые прославление ведут целые сутки. Вот это что-то наподобие. Они не останавливались, они просто славили Бога всегда и везде. И они говорили, Боже, наша вера была нещедна, ты Бог, ты наш покровитель, ты источник всех благословений, ты Бог, ты нас благословил, ты нам помог, спасибо тебе, Господи! Вот смысл, настоящее основание этого праздника. Запомнили? День благодарения. И в день Троицы, в день Пятидесятницы будем прославлять их и хвалить Господа. Этот ветхозаветный праздник пример для нас. Потому что мы, народ Божий, Нового Завета, должны быть благодарны Богу за все, что Он нам дает. Должны или не должны? Праздник Пятидесятницы будем благодарить Бога за что? Мы поем песню. За Голгофу, за кровь, за победу, за воскресение, за жизнь вечную, которую нам Иисус подарил. Праздник Пятидесятницы будем благодарить Бога за здоровье, будем благодарить. За жизнь, за материальное благополучие, за работу, за финансы, которые мы имеем. Будем благодарить или нет, братья и сестры, церковь? Праздник Пятидесятницы будем благодарить Бога за нашу семью, за наших родных и близких, за нашу церковь. За братьев и сестер. Скажите аминь, если вы согласны. Вот первое, основное значение этого праздника – день благодарения. И пусть Господь благословит нас. И мы читаем первое послание Фессалоникийцам. За все? За все? За все благодарите. За все благодарите. Это прямой текст, который призывает нас к благодарности и хвале. Основная цель праздника Пятидесятницы – хвалить, благодарить, славить и поклоняться Богу за все, что Он нам дал. Мы поем хорошую старую песню. Милости Господни, все их до единой, вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он сам. Милости Господни, вспоминай, считай, нам есть за что благодарить Господа. Братья и сестры, пусть наша хвала не умолкает, и не только в день Пятидесятницы, хвалите Бога. Знаете, Бог ждет, когда мы будем прославлять и хвалить Его, потому что в этом великая сила, это секрет благословения Божьего. Мы привыкаем к Божьим благословениям, и нам кажется, что, знаете, некоторые даже претензии к Богу высказывают. Чем-то недовольны. Господи,
что-то у меня как-то меньше стало всего, и как-то здоровье пошатнулось, и финансы упали, и проблемы с детьми. Братья и сестры, послушайте, за все благодарите, за все благодарите. Принимайте от Господа не только хорошее, но и испытания. Могут быть испытания в нашей жизни? Знаете, есть потрясающее место, слова Иова, мученика, который несправедливо ни за что страдал. Он не знал причины, почему он лишился детей, работы, друзья ему говорили, похули Богу, мне жена, в общем-то, тоже была на их стороне. И он заболел проказа, его тело гнило, отвалил. Но знаете, он говорит, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Какой потрясающий вопрос, глубокий. Братья и сестры, мы не готовы принимать злое, худое. Мы не готовы часто к испытаниям. Дальше в Новом Завете мы читаем, возлюбленные, братья и сестры, огненного искушения для испытания вам посылаемого. Не чуждайтесь, как приключение для вас. Странного это будет. Обязательно будет. Это не приключение странное. Не чуждайтесь. И еще, мой любимый стих. Любящим Бога. Давайте вместе прочитаем. 3-4. Любящим, призванным, все содействует. Точно все содействует. И испытания, трудности, искушения, проблемы, болезни, отсутствие финансов, проблемы здесь только к нашему благу. Нам трудно это понять. Знаете, мы живем, мы привыкли по-человечески все измерять. У нас есть понятие успех. Нам навязывают, успешный человек это. Но знаете, успешный человек это прежде всего человек, который любит Господа всем сердцем и боится Его, который благоговеет перед Ним. Вот это успешный человек. И иногда и очень часто у него ничего нету. Ни финансов. Сколько было мерседесов у Иисуса Христа? Сколько у него одежды было? Одна. Сколько домов он построил? Не было где главы преклонить. Понимаете? Это учитель, это наставник. Давайте думать о Божьем, о небесном, а не о земном. Итак, будем сегодня в день праздник Пятидесятницы страстно и искренне благодарить Господа за все. Добавим огня в наше прославление и поклонение. У нас огненное прославление. Мы можем добавить огня, скажите честно. Включите ярче комфорт, вот когда огонек на вас маленький. Добавьте огня. Комфорт пусть горит ярче. Не комфортку выключите. Еще раз. Комфортку выключите, а комфортку добавьте. Поняли разницу? Комфортно. Некоторые, слава Богу, аллилуйя, амен. Подождите, братья и сестры, прославляйте Бога огненно, страстно, да, Данил? Данил, можешь добавить огня? Ну, можно, он может. Хорошо. Пусть люди видят наше счастье на лицах, что мы дети Божьи. Многие, знаете, потеряли вот этот огонь, эту страсть по Господу, вот эту первую любовь. И вроде бы ты уже не так горишь, не так прославляешь Бога, не так ищешь лица Его, братья и сестры. Давайте вернемся в настоящее истинное поклонение Господу. В этом секрет нашего благословения, это основание этого праздника. Второе значение праздника, вы не поверите, никогда я не знал, читая Библию. 50 – это праздник дарования 10 заповедей, или Торы. Торы – это пятикнижие, 5 книг Ветхого Завета. И на 50-й день, когда народ Божий вышел из Египта, на горе Моисей получил заповеди Божьи, Тору, ну как бы законы, основание для всей христианской жизни. Как вы думаете, это событие важное? Это чрезвычайно важное событие. Этим дарованием 10 заповедей Бог выделил народ Божий среди многих других народов. Он открыл для него тайну. Правильно? 10 заповедей. На этом сегодня стоит... Ну, все моральные кодексы. Был моральный кодекс строителей коммунизма. По сути дела, это 10 заповедей переложены. И весь мир, еще слава Богу, до сих пор держится на этих заповедях. И народ Божий имел качественное преимущество, привилегию. Он знал Слово Божие. Он знал эти заповеди, он исполнял эти заповеди. И поэтому он знал, что Бог хочет от народа Божьего, от людей. Понимаете себе, какой великий праздник. День празднование, вот, благодарение Бога за Слово Божие. Давайте прочитаем два места. Сказал Господь Моисею, взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их. Когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим. Что для нас, христиан, Нового Завета значит
день Пятидесятницы и вот этот праздник, праздник дарования десяти заповедей, это праздник для нас, братья и сестры. Это очень важный праздник для нас. Потому что мы должны принимать Слово Божие и жить по нему. Понимаете, мы имеем возможность читать Писание и жить по нему. Все Писание или нет, богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. Братья и сестры, это наш праздник. Скажите аминь, если вы согласны. Это наш праздник, что у нас есть Слово Божие в Писании. А скажите, 10 заповедей, о чем они, если самое главное, чему они учат? Вот правильно говорит Наташа, я немножко погромче сейчас заучу. Первые 6 заповедей, они учат нас любить Бога, о нашей любви к Богу. И еще 4 заповеди о любви к людям, ближнему своему. Поэтому в Новом Завете сформулировано вот, как бы весь закон Божий, все правила, все, что написано в Торе, в Ветхом Завете, в Библии, можно сформулировать одним, ну, как бы определением. Я прочитаю. Иисус сказал, это он юноше говорит, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим». Сия есть, внимание, первая и наибольшая заповедь. Запомни, какая первая и наибольшая? Какая? Возлюби кого? Бога. Запомните, возлюби Бога. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего, твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Братья и сестры, сегодня мы празднуем праздник любви. Мы должны научиться любить Бога и любить людей. Вот в чем смысл этого праздника. Мы не просто должны вспоминать, что Бог дал нам Слово Божие, Тору. Вы знаете, совсем недавно вот мы, христиане, ну, в 20 веке смогли только доступно читать Библию собственную, правильно? А ведь раньше-то люди жили. Она то не печаталась устно, то она была дорогущей. Ну как народу жить по Слову Божьему? Живи по любви. Люби Бога, люби людей. Давайте вместе скажем. Люби Бога. Люби людей. Еще раз. Люби людей. Вот самое главное. Если ты будешь любить Бога и будешь любить людей, ты будешь Божьим человеком. И ты будешь исполнять весь закон и все пророки. Чего ты, может быть, не прочитаешь, не знаешь, не сможешь, забудешь. Но если ты будешь любить и поступать по любви к Богу, к людям, ты не ошибешься. Поступайте по любви. Всегда поступайте по любви. Делайте, как Христос. Любите людей. И когда ты думаешь, казнить нельзя, помиловать, поступайте по любви, ставьте запятую в том месте, где любовь. Скажите на это аминь. Пусть Господь нас благословит. Третье значение праздника Троицы. Но сегодня мы уже говорили, это сошествие Духа Святого. И вот наш треугольничек, да, такой. Но смотрите, прежде чем треугольничек, мы поговорим о нем, прочитаем. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Дальше мы читаем. Исполняйтесь Дух Святым. Иисус возгласил. Кто жаждет? Вы жаждете? Нет? Бога. Точно? Хотите Бога? Хотите лица Его? Хотите знать Его больше? Кто жаждет, говорит Иисус? Иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой. Это сказал Он о Духе Святом. Братья и сестры, а у вас из чрева вашего течет, текут реки воды живой? Или, извините, мат-перемат? А ты избытка сердца, говорят, уста. Некоторые, у меня есть неверующий друг, он говорит, ты что, ты вообще матом не ругаешься? Я говорю, нет. Он говорит, как? А если тебя сильно оскорбить? А если тебя удар, ну, меня испытывает? Я говорю, понимаешь, у меня таких слов внутри нету. Я, может быть, там, крикну на тебя. Я не знаю, ну как ты, ну матом, у меня нет таких слов внутри. Понимаете? В моем лексиконе нет этих слов, поэтому как бы ты меня ни бил, я, может быть, кричать буду, ворчать, там, молитву «Отче наш» читать, еще что-нибудь подобное. Но точно я не буду тебя посылать куда подальше. Братья и сестры, послушайте, вы когда-нибудь, я тебе серьезный вопрос, из вас текли реки воды живой? Был ли у вас случай, когда ты не знал, что говорить, мы не можем ко всему быть готовыми, и вдруг ты начинаешь свидетельствовать о тайнах Божьих, было у вас или нет? И вдруг ты замечаешь, откуда
там из глубины полилось Слово Божие, откровение. Ты начинаешь людям говорить, они говорят, слушай, это удивительно, откуда ты это знаешь? Откуда мы это знаем? Вторая ступенька, это праздник Торы, мы знаем Слово Божие. От избытка сердца. Мы наполнены Духом Святым. Мы наполнены Словом Божьим. Поэтому, смотрите, Троица. Появляется Троица. Нормальная жизнь христианина. Три пункта, которые я хочу, чтобы вы запомнили. Значение этого праздника. Я их перевел как бы на русский язык. Это первое. Будьте благодарны Богу. Прославляйте Его. Возьмите, скажем, 3-4. Будьте благодарны Богу. Прославляйте Его. Второе. Живите Словом Божьим. Любите Бога и любите людей вместе. Любите Бога. И третье. Исполняйтесь Духом Святым. Исполняйтесь Духом Святым. Вот три правила нормальной жизни христианина. Если в твоей жизни в балансе ты будешь тремя этими рецептами пользоваться, не только в день Пятидесятницы, а всегда, ты будешь подниматься, этот треугольник будет тебя возносить Богу. Ты будешь двигаться выше и выше. У тебя будет сила. Ты будешь помазанником, служителем Господним. И пусть Господь благословит. Основа – это хвала и поклонение Богу. Благодарите Бога за все. Стройте вторую грань. Любите Бога, любите людей. Третья грань треугольника. Духовная часть этого праздника – это сошествие Духа Святого. Итак, праздник Пятидесятницы. 7 недель. Праздник Пятидесятницы 7 по 7. Семерка – это число полноты. Знаете, да, вы? Семерка – это число полноты у евреев. И поэтому, ну, если вы Библию внимательно читаете, вы много раз увидите цифру 7 в разных вариациях. А 50, что это за число? Кто мне подскажет? В Библии есть число 50? Полтинник, говорят. А еще? Пятидесятник, это уже я сказал в начале. А еще? Что 50? Число свободы. Я вам только сказал. Ну скажите мне, что связано с числом свободы на 50-й год? Что должны делать? Ты должен прощать, отпускать долги, отпускать рабов. Братья и сестры, 50 юбилейный год. И праздник Пятидесятницы, он не случайно. Получается, смотрите, через праздник Пятидесятницы, иными словами, нам Бог говорит, я даю через сошествие Духа Святого вам полную свободу. Через сошествие Духа Святого я даю вам, христианам, людям, полную свободу. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. Свободными от чего? От греха, от зависимости, от страсти, от не могу, от не хочу и не буду. Мы свободны, братья, а вы свободны? Точно свободны? Свободные в этом люди, в этом зале есть, где мы рабы? Страстей, грехов. Знаете, братья и сестры, удивительная радость этого праздника. Если ты не свободен, ты можешь быть свободным. Нету такой зависимости, нету такого греха, от чего не может тебя освободить Господь. Проблема не в Господе, а в тебе. Если ты хочешь быть свободным, ты будешь свободным. Ты будешь свободным и будешь исполнен этой полноты радости. Нет ничего более полного. И нет большей свободы, чем быть исполненным по-настоящему Духом Святым. Еще раз. Нет ничего более полного. И нету большей свободы, чем быть исполненным по-настоящему Духом Святым. А вы когда-нибудь исполнялись Духом Святым? Нет ничего более полного и более свободного, и радостного. Те, кто пережил исполнение Духом Святым, они обретают настоящую свободу и испытывают всю полноту Божьего благословения. Потому что если ты исполнен Духом Святым, исполнен Богом, если так по-человечески сказать, тебе море по колено. Почему? А потому что в тебе живет Господь и действует Бог. И все возможно с Богом. Скажи на это аминь. Все возможно с Господом. Слава Богу. Исполняйтесь Духом. Нет большего счастья и нет большей радости, как быть исполненным Духом Святым и быть водимым Духом Святым. Нет больше радости, нет большего счастья. Знаете, один мой знакомый, бывший наркоман, алкоголик, он когда стал христианином, он говорит, Игорь, ну я такого удовольствия, но слово кайф сказал, я не хотел сказать, но сказал. Говорит, я такого удовольствия, как отношение с Богом, с Духом Святым, ну, ты поверь мне, это же круто. Это он мне искренне говорил, я этого не испытывал, вот этих зависимостей, я уже привык, а он говорит, слушай, ну это классно. Говорит, с Богом, говорит, нет ничего лучше. Братья и сестры, исполняйтесь Духом, будьте свободны, наполняйтесь, переполняйтесь силой, славой Его. Исполняйтесь Духом Святым, Его силой для жизни.
Его силой для свидетельства, исполняйтесь самим Богом и всей Его премудростью. Ищите Господа всем сердцем, ищите Его страстно, жаждите Господа и откройте свое сердце. Знаете, апостолы вот в этот день впервые пережили прикосновение Божье, исполненное Духом Святым, поэтому этот день рождения церкви. До этого дня в Ветхом Завете мы читаем, как Дух Святой частично прикасался к разным людям. Ну, вы вспомните несколько примеров, когда пророки, Божьи люди, ну, были водимы, исполнены только Духом Святым. Но смысл праздника Дня Пятидесятницы, знаете в чем? Теперь сегодня каждый из нас, ты и я, мы можем быть исполненными Духом Святым. Каждый из нас теперь имеет возможность переполниться Богом и этими дарами служить людям и быть исполненным Его силой. Представляете, вот в чем смысл этого праздника. Этот праздник для себя сегодня, ну, для тебя. Это праздник твой. Это наш праздник, брат и сестры, или кого-нибудь? Нет, он может быть твоим праздником, если ты скажешь в заключение: Бог, помолитесь искренне такой молитвой: Бог, я жажду тебя. Я хочу тебя. Я доверяю тебе свою жизнь. Бог, я открываю двери своего сердца и прошу, Дух Святой, войди в мое сердце, в мою жизнь. Войди в мою жизнь и наполни меня своей силой. И последнее место, и мы будем молиться. Призови меня, говорит Господь, и я избавлю тебя. И ты прославишь меня. Давайте мы встанем и помолимся. Мы помолимся в тихой молитве. Если сегодня в нашем зале есть человек, который в день Троицы, Пятидесятницы, хочет склониться перед Богом и впервые помолиться молитвой покаяния, выходите сюда. Если сегодня в нашем зале есть люди, которые, может быть, давно с Богом, но нету огня, не потеряли эту первую любовь, и вам нужно, чтобы к вам прикоснулся Дух Святой, исполнил вас своей силой, и, может, вам нужно прикосновение пастора, вот меня или пастора Юрия Владимира Ивановича, выходите сюда, мы с вами помолимся. Братья и сестры, встаньте на колени и скажите: Господь, в этот праздник, в день рождения церкви, я хочу быть исполненным всей полнотой Твоего Святого Духа, Твоим присутствием. Помолимся в тишине, каждый искренне. Склоняйтесь перед Господом на колени и ищите лица Его, жаждут Его.